Консультативная поликлиника на Халтурина является структурным подразделением Брестской детской областной больницы и существует с 2006 года. Когда-то она была представлена всего двумя кабинетами на базе приемного отделения. А сегодня здесь ведут прием врачи по 15 специальностям медицинского профиля. И на каждого из них возложена по-настоящему ответственная миссия. Задача этой поликлиники – разобраться в тех сложных случаях, с которыми не смогли разобраться на более низких этапах. Занимается, допустим, невролог, обследует ребенка, все комплексы обследований провел, но не может сойтись в мнении своем, либо консилиумом в том диагнозе, который есть. Вот тогда он имеет полное право написать направление, указать и выдать в руки все обследования, и он приходит к доктору, который принимает в консультативной поликлинике областной, и он определяет, либо сразу ставится диагноз и пишутся рекомендации, либо определяется срок госпитализации, он на нашей койке госпитализируется, да, обследуется, получает эпикриз, диагноз и лечение. Часто у нас на районах возникают затруднения при постановке диагноза, в диагностике именно заболеваний. Иногда невозможность поставить диагноз. Иногда диагноз поставлен, но затруднения при лечении, нет эффекта от проводимого лечения. И тогда таких детей вот направляют к нам на вышестоящий уровень, к высококвалифицированным специалистам. У нас ведется прием по 15 специальностям. Это врач-невролог, офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-сурдолог, хирург, уролог, нефролог, ортопед-травматолог, иммунолог-аллерголог, кардиореуматолог детский, гематолог, наверное, всех перечислила. Татьяна Малиевская с сыном приехала в консультативную поликлинику из Пинска. Проблему со здоровьем малыша не удалось решить по месту жительства. Теперь все надежды на прием у врача-офтальмолога. Мы не можем у себя дома решить вопрос. Там у нас с глазками есть проблемы. Они не могут этот вопрос решить. Почему, не знаю. Здесь более опытные, квалифицированные. Да, мы надеемся, что мы здесь все-таки добьемся уже толку, как говорится. Все-таки областной город. А вот Анастасия и ее малыш проживают в Бресте. Молодая мама записалась на консультацию к кардиологу поликлиники, так как уверена, что специалисты, которые здесь работают, высококлассные профессионалы, и им можно доверить здоровье сына. Консультативная поликлиника – это то место, где сконцентрированы лучшие специалисты нашего города. Сюда обращаются ведь не только жители Бреста, но и Брестского региона. И, как правило, это те вопросы, которые требуют уже большего профессионализма, больше какой-то отдачи, большего внимания. И очень важно, что здесь всегда эту помощь можно получить, здесь можно получить эту консультацию, ну и поддержку, которая тоже нужна нам, мамам, потому что не всегда мы что-то знаем хорошо. И очень здорово, когда есть специалист, который может, ну, буквально на пальцах рассказать, как это на самом деле и почему стоит вот обратить внимание, или наоборот, может где-то немножко расслабиться и понять, что все уже позади. Основной поток пациентов попадает в консультативную поликлинику по направлению узкого специалиста и предварительной записи. Но это вовсе не значит, что такую помощь при желании не могут получить остальные жители области. Для этого на базе учреждения существует платный прием. У врача высшей категории его стоимость составляет 24 рубля. Всего за последний год у специалистов поликлиники получили консультации 40 800 пациентов. Из них 6,5 тысяч на платной основе. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буг-ТВ».